Этот инструмент называется мандола, то есть по-итальянски мандолина, маленькая мандола. То есть это инструмент изначальный, который появился до мандолины и по образу, подобию которого, в конце концов, люди придумали мандолин. Инструмент изначально итальянский, первые упоминания о нем встречаются еще где-то в 12-13 веке. Он использовался в итальянской народной музыке на протяжении всего этого времени и в последнее время получил популярность уже и в других странах, во Франции, в Ирландии, в Англии, в Швеции. Есть шведская музыка, которая тоже играет на мандолах. Инструмент очень интересный, имеет много возможностей. Ну, практически понятно, что, как и многие струнные другие инструменты, он произошел от лютни в процессе эволюции. То есть лютня гораздо более сложная, а это более упрощенный вариант, на котором возможностей может быть меньше, но зато проще научиться играть. Поэтому он занял свою определенную нишу в итальянской народной музыке и существует до сих пор. Как бы современные композиторы тоже пишут для мандолы. Немного, но пишут, а из известных людей, скажем, кто использует ее в своей музыке, ну, самый известный, пожалуй, Ричи Блэкмор со своим проектом Blackmore's Night. Он там тоже играет иногда на мандоле, играет на гитаре, играет на мандоле. И его жена Кэндис Найт поет. Так что вот, знаете, какой есть инструмент, какой интересный, какой замечательный, как он хорошо звучит.